Друзья, всем привет, вы на канале GG, меня зовут Влад. Следующая машина у нас это Паджеро. И сейчас попробую подняться на нем. Не знаю, насколько хороший аппарат, короткая база. Давайте сделаю полный привод. И буду забираться. За счет короткой базы машинка должна залезать лучше. Хотя, с другой стороны, вот этот вот фирменный бампер с кенгурятником, как по мне, он немножечко низкий, но я хотел, чтобы машина выглядела более похоже на те старые поджерики, которые мы многие с вами видели и знаем. Ух ты, может быть, даже кто-то владел таким в свое время. Я думаю, что где-то, наверное, ну, 90-е, если... И более ранние года выпуска этой машины. Была пятидверка и вот трехдверный кузов. У этого автора для Xbox только трехдверный вариант. Так, а если дифференциал? Прям закон подлости, как только отпустил педаль газа, машина сразу выехала, да? Не опрокинуть бы его, за счет короткой базы, естественно, это сделать гораздо легче. Давайте тогда через вот эту часть пойду. Здесь точно не заеду. Как его просто снесло вот сюда. Очень скользкая резина с одной стороны, но собирается очень легко. Не падай! Не падай, не падай, не падай. Только хотел сказать, если вы обратили внимание, то звук у этой машины от УАЗика. Пересесть. Ну, пускай помогает нам Toyota. Обратил внимание, что у Toyota есть какой-то свой глюк. Даже на асфальте ее колеса начинают очень прилично проваливаться вниз. Если на земле это хоть как-то выглядит интересно, то куда колеса просачиваются под асфальт, я не знаю. Кстати, очень легко забрался, заметили? Прям раз, два, и все. Прикрепить лебедку, пускай будет вот это. Давайте корму немножечко стянем. Возможно, он сейчас повернется и встанет на колеса. Так, заглушу машину. Она не хочет глушиться. Ганка. Осторожно. По-моему, можно пересаживаться. Он сейчас встанет на колеса. Встал все-таки. Стоп. Ручник. Вот здесь вот по сравнению с Isuzu, видите, мосты есть. И снизу машина сделана, ну, как-то на первый взгляд, немножко более проработана. Старый добрый козлик зазвучал в теле вот этого Паджеро. Свалиться бы еще раз здесь. Может быть, тогда аккуратненько сейчас попробую сдать назад. И заехать вот так вот прямо. Что думаете? Может быть, получится. Опасно, конечно. Очень. Не-не-не-не-не-не-не. Не заглох. Застрял немного. Нам бы выровнять ее вот в ту сторону и попробовать вот так повернуть. Потому что с этой стороны-то заезд очень плавный. Куда мне сейчас повернуты передние колеса? Топливом. О, слушайте, а прожрал-то он неплохо, пока добирался сюда. Съезжай с вот этой скалы и выруливай.
плюс 3 двигателя. Давай, 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 прям резко. Опа. Стал, правда, не совсем удобно для себя, чуть ли не против движения. Но я думаю, сейчас вывернем. Еще один какой-то большой камень, который попытается сейчас нас опрокинуть. Смотрите, как Паджеро цепляется, да, прям. Не, здесь вообще не вариант. Попробую вот сюда опять уйти. Вот каждый заезд — это отдельная история. И может быть, конечно, каждый из вас проехал гораздо лучше, более профессионально. Но я как-то привык к грузовикам. Скауты для меня очень маленькие, очень легкие. Так, еще разочек. Собрались. Бампер низкий. Там был вариант с небольшой такой трубой решеткой, но мне показалось, что, в принципе, вот будет очень похоже на старый Паджерик. Плюс все-таки, хоть этот бампер и существует, но он достаточно высокий. Этого дорожного просвета, вернее, угол въезда, ему будет как раз, чтобы забраться туда. Что ж такое, да? Ну, в принципе, с другой стороны, вот на такую-то высоте подзаехать — это тоже непростая задача. Сохранение пошло. Попробую сейчас вот этой стороны сделать финт ушами, конечно. Не получилось. Toyota, иди на выручку. И эвакуация нам не нужна. Пересесть. Смотрите, как Toyota легко забирается, да? Мне кажется, здесь вообще сложностей каких-то не будет. Резина очень цепкая. И вот я уже на этом месте, где Паджеро только что рисовал. Давай, прям отталкивайся от него. Смогла. Или вообще резина огонь. Так, попробую подзабраться чуть выше, на более ровную поверхность, и так же, как с Исудзу, дернуть наш Паджерик. Сейчас затащит его, наверное. Опасно, машина стоит немного. Затащила. Оп. Кстати, клевый кадр. Можно взять на вооружение и сделать из него обложку. Я думаю, что на Toyota я дальше сейчас и продолжу маршрут. Очень хорошая резина. Красивый кадр. Смотрите, что творит, а? Вообще легко и играюще. По сравнению с Isuzu, по сравнению с Pajero, дает прям резина липучкой-липучкой. Забрался. Вообще легко, просто вот. Если бы этот ролик был посвящен только Toyota, то времени ушло, наверное, минут 4 подъем. Пересел, да не туда. Не-не-не-не. Так. Я так радовался, что поднял, но это надо тогда, наверное, опять Toyota опускать.
Карма иногда умеет шутить, друзья. Сейчас она пошутила со мной. Задним ходом, аккуратно. Пока вот этот пикап — это лучшая машина из трех, ну не считая то, что Isuzu просто две вариации, которая максимально быстро просто забралась по этому подъему. Только не упади сам. Большие колеса, такая, я бы сказал, средняя подвеска, она жестче, чем Isuzu, но при этом компенсируется это все резиной. Да что ты будешь делать? Стоп! Вот бы сейчас слетел бы, да? Попробуем сделать этот фокус еще раз. Здесь, наверное, зацепа будет получше. Сейчас его опять бокнуто и подзатащим. Немножко с толкача. Да. Паджеро здесь. Интересно, проделает Toyota такой же быстрый оригинальный подъем еще раз. Минус 3 двигателя. Затаскивает в таких, конечно, вещах, что прям удивляешься. Там резину, наверное, где-нибудь в районе 7-8 надо будет посмотреть. Двигатель напрочь не жалею. Где-то уже четверть я его поломал. Вырулю сразу колесами, хотя не важно, в какую сторону она заезжает. У нее-то дорожный просвет повыше, чем у Mitsubishi. С трудом, но забрались. Toyota сделала уже это дважды. Глушим, пересаживаемся. И вот здесь надо сейчас быть крайне осторожным. Давайте сразу заведусь. Завели мы УАЗик по звуку. Стоп. По сути, здесь нет ничего сложного. Он запросто должен сюда заехать. Уже темнеет потихонечку. Сейчас попробую аккуратно вырулить. Давай, сдавай назад, коль так поехал. И с левой стороны заехать. Двигателя. Один камень, второй камень. Заехал. Вот здесь, конечно, будет тяжело. Все-таки у Toyota резина-то прям адская. По прилипанию. Неточечная коробка. Привык, что можно не до конца сделать движение. И машина поедет. Описывает он пируэты вокруг этого камешка. Сейчас попробую аккуратно просочиться. Прямо отсюда. Уже темнеет. Ну давай, Mitsubishi, давай. Дифференциал помог ему, дернулся и аккуратненько прям вот подзаехал. Двигатель — наше все, бампер надо ставить выше, но машина забралась. Еще один ролик в копилку, и по сравнению пока сейчас с первым заездом, где забирались наверх два Isuzu, первое место, конечно, у Toyota, мне кажется, второе у Pajero.
Ну а третий между собой делят два вот этих японских грузовичка пикапа, и зеленый поднимался гораздо легче. Все, друзья, буду на этом моменте прощаться и увидимся в следующих рейсах.